Такого снегопада Самара этой зимой еще не видела. Ненастье, обрушившееся на город, поставило на ноги все коммунальные службы. Практически вся муниципальная техника борется со стихией. Кроме техники, на улицах круглосуточно практически работают бригады дворников, которые очищают дворы и тротуары от снега. Циклонам и ураганам часто дают красивые женские имена. Снегопад, прошедший в Самаре минувшей ночью, вызван циклоном Даниэла. Эта барышня уже натворила дело на просторах страны, оставила без света поселки и завалила города снегом. В Самаре к встрече циклона подготовились заранее. Выпадание осадков прогнозируется до 15 миллиметров. Это, скажем, не критично, но напряженно мы должны сработать сегодня ночью с вами, все сидящие здесь. Максимально выходит транспорт сегодня в ночью. Дальше максимально работает дневная смена. В ночь на 14 января очисткой улиц от снега занято 280 единиц спецтехники, в том числе 98 самосвалов, которые вывозили снег на полигоны. Об этом, скажем так, снегопаде мы знали уже за 2 дня, что он намечается. Поэтому к нему подготовились. Техника сегодня в день, ожидали его уже с часу дня. В день 152 единицы было готово. Ввиду того, что он пошел у нас ориентировочно где-то в 15:30, 30 машин вышло на обработку проезжей части. При необходимости муниципальное предприятие благоустройства готово вывести до 350 спецмашин. При этом активно задействована техника, закупленная в прошлом году. Сотрудники управляющих компаний выходят на ночное дежурство, чтобы утром жители города смогли попасть на работу по чистым тротуарам и дорогам. Мы готовы к такому снегопаду. Все идет по плану. Плановая уборка снега. Утром водители и пешеходы по достоинству оценили ночную работу коммунальных служб. Да, дороги почищены хорошо. В основном центральные и по ходу основного движения. В этом году по поручению главы Самары Олега Фурсова применяется новая схема по очистке и вывозу снега. Работы ведутся в тесном взаимодействии служб благоустройства и управляющих организаций. Они скоординированы по времени, что существенно повышает эффективность. Снег сдвигается с тротуаров и дворов, а затем его собирают и вывозят дорожные службы. Андрей Трой, Григорий Плешаков, События.